Запуск новой котельной в селе Тополиное Тампонского района перенесли на год. Вопрос о ее строительстве обсуждали давно, и в этом году она должна была заработать. Однако этого не случилось. Почему, выясняли наши корреспонденты. За прошедшее лето, в период подготовки к отопительному сезону в котельной села Тополиное, была проделана большая работа по ремонту оборудования и тепловых сетей к началу сезона. Был капитальный ремонт котла ДКВР, полностью демонтаж, монтаж, замена всех внутренних агрегатов. На трассах более 600 метров заменено. Идем сейчас согласно графику. Температурного режима соблюдаемся. Работают у нас 8 операторов, по 4 смены стоят. После обустройства переправ через горные реки Мингуле, Улах, Куранах, Тампорук началась планомерная поставка дизельного топлива и подготовка к строительству новой долгожданной котельной. Летом не смогли завести в полном объеме стройматериалы. У нас сейчас в первую очередь в этом году хотим поставить каркас и всеми швелерами закрыть. И отопление запустить только внутри. Остальная работа будет заканчиваться до сентября месяца. Котельная будет четырехкотловая. Генеральный подрядчик ООО «Газэлектромонтаж», который должен ввести новую котельную в сентябре 2018 года. Опыт строительства подобных объектов у компании есть. Нина Ханарова, Андрей Сокар, Мария Винокурова, НВК Саха, Тампонский район.